Приветствую, дорогие зрители! Добро пожаловать на наш новостной ресурс. Перед тем, как начать, мы хотели бы попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал, ведь каждый день мы стараемся для вас. Приятного просмотра! Валерий Леонтьев приехал в Россию 2 месяца назад. Стало известно, почему артист принял решение провести осень на родине. Когда-то исполнитель хита «Дельтаплан» был частым гостем мероприятий и музыкальных шоу в России. Теперь же певец намного реже выходит в свет и радует публику своим присутствием. Долгое время поклонники предполагали, что артист не выезжает из США, где живет вместе с женой Людмилой Исакович. Но, как оказалось, в родную страну Валерий Леонтьев все же наведывается. Источник сообщает, что знаменитый Казанова российской эстрады приехал на родину в сентябре. Однако причина его визита оказалась неочевидной. Как выяснилось, вернуться в Москву его заставила не столько работа, сколько личное дело. Исполнитель решил сделать ремонт в своей квартире и творчески подошел к этому процессу. Уточняется, что последние 2 месяца Валерий Леонтьев занимался преображением собственного гнездышка. Более того, дизайн жилища артист продумывал самостоятельно. Певец увлекся этой темой, когда взял перерыв от концертной деятельности. А теперь он воплотил новые знамения, изменив стиль оформления и цвет стен в своей квартире. Вероятно, чтобы добиться нужного результата, Валерию Леонтьеву приходилось много трудиться. К счастью, у него оставалось свободное время на прогулки и встречи с друзьями. Поэтому артисту удалось как следует насладиться красочной осенью. Однако вернуться на сцену он пока не надумал. Не испытывая неукротимого желания спать в аэропортах из-за задержек рейсов и догонять поезда, ответил на насущный вопрос певец. Напишите, что вы думаете об этом в комментарии. Также рекомендуем посмотреть наши другие ролики. Спасибо за просмотр!